Отец, ты здесь? Что ж, приступим. О, мой бог! Это я. А вас? Как же это здорово. Разве? Самая неблагополучная семья на свете. Вы были ему очень плохим отцом. Не обижайтесь. Значит, ты ассистент при полицейских. Я консультант. А где твой стол? У него стол есть. Если будешь упорно работать, то, возможно, однажды и ты поднимешься до его уровня. Думаю, нам с тобой пришло время поработать над отношениями, чтобы у меня был шанс на отношения. Время берет свое, Люцифер. Я считаю, пора. Пора мне уйти на покой. Теперь я точно знаю, что мне нужно делать. Я сам стану богом. При мне все будет по-другому. Я пытаюсь осмыслить, что все это означает для нас. В чем подвох? Михаил заручается поддержкой остальных. Михаил хочет стать богом. Мы начинаем войну. У него хорошие шансы. Выпить хочешь? Мы умеем ловить рыбу в мутной воде. А, бородатая шутка, класс. Спасибо, тренируюсь. Мрачность тьмы и яркость света. Какой смысл? Я уже выиграл. Люцифер стал взрослее. Он многое может, если в него верить. Зачем тебе это? Если бы я сказал тебе эти три слова, я бы тебе солгал.